ранее в «Трансформерах Прайм». Как я понимаю, нам надо выведать о планах Шоквейва, узнать, где его лаборатория. Он вернулся к старому проекту Гештальту, которого ввел в постоянный стазис во время войны. Но вывести из постоянного стазиса невозможно. Он приравнивается к смерти. Киберматерия. Знаешь ли, мощная штука. Трансформеры. Прайм. Что это такое? Похоже на телепорт. Это он и есть. О, это тот самый гештальт, которого ты убил. Зачем ты над ним проводишь эксперименты? Это план Б. Шоквейв, с такими технологиями мы сможем возродить целую армию. Первый эксперимент прошел успешно. Ты был возрожден. Но как? С помощью киберматерии. Шоквейв, ты меня вообще слушаешь? Спасибо. Теперь ты служишь мне. Да, сэр? Шоквейв! Я не собираюсь делать это. Почему? В твоих руках огромная сила, с которой можно завоевать Кибертрон. Это нелогично. Автоботы постоянно прибывают, и многие из них солдаты. В численном эквиваленте у нас нет и шанса. Мы просто еще раз ввергнем в анархию Кибертрон. Да какая разница? Главное, что мы не оставим Кибертрон автоботам. Ай, ладно. Все равно от тебя ничего не добиться. Сэр, что прикажете делать? Нет, его не убедить. Он не хочет армию. И чего я жду? Я еще не поквитался с ним. Слушай, как только мы попали на его базу, я не могу отделаться от мысли, что ко всему этому у нас есть доступ. Ты предлагаешь? Да, мы можем выяснить все про киберматерию. Даже не пытайтесь. Мне нужна ваша помощь. Нужно вызволить из плена Старскрима. Я думала, он уже подох. Это еще зачем? Мне он нужен для эксперимента. Как насчет нет? Без меня у вас нет и шанса выжить на этой планете. А будут какие-то указания? Что конкретно делать? Потом все скажу. Кстати, ты же ученый. Мне нужна твоя помощь с телепортом. Ладно. Слушай, это же ведь ты меня тогда бросил на Луне. Единственный вопрос. Зачем? Я ждал такой реакции с самого первого мгновения, как мы встретились вновь. Удивлен, что среагировал ты только сейчас. Отвечай на вопрос. То, что я обычно спокоен,
не означает, что я не могу тебя прикончить. И я не посмотрю на то, кто ты и зачем ты. Ты меня знаешь. Это одна из причин, почему я тебя бросил на Луне. С тобой сложно договориться. А другие причины? Еще одна. Я был слишком нелогичен. Что? Великий и ужасный Шоквейв признает, что нелогично поступил? Не шути так со мной. Я боялся, что ты заберешь мою поправу вместо главного ученого Десептиконов. Хотя не следовало, с учетом того, что это всего лишь место. А меня интересуют только эксперименты. И ты думаешь, что после этих слов я не погашу твою искру? По виду ты и вправду не собираешься. Эй, вы там закончили? Нелогично меня убивать. Ты не проживешь звездного цикла. А он вообще-то прав. Будь добр, послушай его и засунь свои эмоции поглубже. Так с чем же тебе нужна помощь? И как давно ты начал его строить? С момента, как меня бросили на этой планете. Что это? Засечен Десептикон. Саундвейв. И где он? Прямо здесь. Видимо, добрался сюда так же, как и мы. Через систему подземных ходов. Не так уж твои лаборатории секретны. Еще ни один автобот не сумел обнаружить мое местонахождение на таких базах. Ой, да не ври. Маршруты по подземным каналам до лаборатории знал лишь очень узкий круг высокопоставленных десептиконов. Ради великой искры, за что ты меня начал атаковать? Саундвейв, она и вправду с нами, так что прекращай. Новенький, а ты за собой не притащил хвост? Новенький? Ну да. Когда я бросил Фирсторма на Луне 2, Саундвейв только присоединился к нам. Это было еще до самого разгара войны. Слушай, новенький, мы тут на одно дело идем. Твоя помощь была бы кстати. Нужно освободить Старскрима из плена автоботов. Кстати, по поводу этого. У меня есть идея. Можно возродить какого-то знакомого команде Прайма автобота и использовать как приманку. Это та команда, с которой мы сражались по прибытии сюда? Не в полном составе, но да. Почему бы не использовать любых других трансформеров? Потому что, во-первых, в ловушку попадутся не те, кто надо. Во-вторых, они будут несобранными. Предложение неплохое, но требует доработок. Ведь это не факт, что они вообще пойдут исследовать этот сигнал. Ну да. Автоботов же куча теперь на планете. Эй, смотрите, новенький на что-то показывает. Хочет что-то показать через психокортикальное вмешательство.
счастью, мы можем оценить все риски, смотря воспоминания. Я подумаю над таким планом.